Сергей Владимирович, я правильно понимаю, что в отношении действий помощника депутата, общественника и вас как журналиста была распространена клевета? Заявление от Михаила Жиганова по данному поводу уже направлено в полицию. Ну, вначале я хотел бы сказать, что проблема с запахом воды в Усолье-Сибирском актуальна до сих пор. Перед эфиром мы связывались с усольчанами, а теперь вот отвечаю на ваш вопрос. В отношении нашей деятельности распространена клевета. Это действительно. В понедельник, 12 апреля, газета запросит прокуратуру региона оценить упомянутую уже в репортаже публикацию. Любой житель Усолья-Сибирского может проверить соответствие данных, указанных заведующим детским садом номер 21 и членом общественного совета города Романом Поленкевичем, и как на самом деле проходил наш рейд. Мы действовали в строгом соответствии полномочий, определенных нам законодательством Российской Федерации. С места события я вел прямой эфир на странице БГ Иркутск в Инстаграм, как раз для правильной трактовки наших действий. Тем не менее, Поленкевич распространил клевету, и, безусловно, мы будем защищать наши права. Сергей Владимирович, получилось так, что мы с вами поменялись местами, да. Но обычно вы задаете вопросы соведущим, как приглашенным экспертом. Но позвольте еще один вопрос задать. В репортаже говорится об ограничении свободы передвижений. Это тоже попадает под уголовную ответственность? Нараер, давайте зададим вопрос юристу. У нас сейчас на прямой связи Виктор Павлович Григоров, юрист, который уже имеет практику помощи журналистам в случаях ограничения их прав чиновниками и депутатами. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Рад приветствовать вашего соведущего и зрителей, уважаемых, которые смотрят передачи. Надеюсь, с таким же интересом, как и я, стараюсь смотреть ваши передачи. Пусть в Ангаре редко встречается, к сожалению, сейчас свободные способы передачи журналистами информации. И ваша передача одна из таких немногих, независимо от того, разделяю я взгляды ваших гостей, ведущих, ваше мнение лично или нет, но свобода – это прежде всего. И вот об этом как раз и хотелось поговорить в этом сюжете. Спасибо за оценку нашей работы. Вы в подробностях, мы с вами оговаривали, знаете инцидент, который произошел со мной и моими коллегами в Усолье-Сибирском, в частности, в детском саду номер 21. Можно ли вот на ваш взгляд классифицировать действия должностного лица, заведующего детским садом, как незаконное лишение свободы и воспрепятствование деятельности журналиста? Здесь, насколько я понял, вы не только самостоятельно присутствовали при этом инциденте, как и журналист, там были еще и граждане. И здесь хотелось бы разделить несколько, в силу того, что журналист у нас обладает определенным иммунитетом и в определенном смысле является спецсубъектами, право донесения сбора законными способами донесения информации – это одно из основных прав. И через журналистов это право реализуется. Поэтому я бы хотел отдельно остановиться на том, что есть граждане, которые там присутствовали, и их конституционное право на свободу и личную неприкосновенность было, безусловно, нарушено. Есть такая замечательная статья 17 в Конституции Российской Федерации, которая гласит о том, что любой гражданин имеет право осуществлять свои права, любой гражданин, и в любом объеме, но только если эта реализация прав не затрагивает права и свободы других граждан. Если перевести с юридического языка на простой обывательский, то есть такая поговорка: ваше право размахивать руками заканчивается там, где начинается мой нос. Пожалуйста, размахивайте, но если начинается мой нос, пожалуйста, прекратите свое право реализовывать. Вот здесь я вижу в действиях руководителя учреждения как раз нарушение тех прав и свобод других граждан, которые вправе пользоваться своими правами, а здесь было ограничение и на свободу, и на личную неприкосновенность.
Насколько я понял из сюжета, там еще и вопросы личной неприкосновенности, не только ограничения свободы, но и личной неприкосновенности были нарушены. Личную неприкосновенность нужно понимать, что это не важно, коснуться вас пальцем или ударят кулаком. Здесь в любом случае личная неприкосновенность нарушается там, где начинается соприкосновение поперек воли любого гражданина, неважно в каком объеме. Вот те граждане, которые получили ограничение свободы и даже по сюжету, судя по всему, и лишение свободы, не только ограничение, но и лишение свободы, а также нарушение права на личную неприкосновенность, безусловно, имеют право обратиться за защитой этих прав, конституционных прав в установленном законном порядке. Другой вопрос касается деятельности журналиста. Журналисты, еще раз повторюсь, для меня это отдельный спецсубъект. Я всегда занимаюсь с особым усердием защиту прав журналистов, независимо от их взглядов, и что разделяю их мнение или нет. Я считаю, что журналистика всегда должна быть свободна и неприкосновенна, независимо от взглядов. Повторюсь еще раз. Поэтому ограничение деятельности еще и журналиста по сбору информации и по донесению этой информации гражданам, это отдельное уже нарушение, и оно квалифицируется отдельной статьей в Уголовном кодексе. Это нужно помнить всем, кто попытается воспрепятствовать деятельности, законной деятельности журналиста. Любому, независимо от того, является это должностным лицом, либо это просто гражданин на улице пытается выхватить камеру, микрофон у журналиста. Не трогайте журналистов. Это люди собирают информацию и доносят ее до других. Свобода информации – это столб свободного общества, один из основных столпов. А кроме того, позвольте, я еще лично от себя хочу заметить, вот образовательные учреждения, воспитательные учреждения – это там, где воспитываются и возрастают наши будущие, наши дети, наши внуки. И когда в этом учреждении работают лица, которые позволяют себе недопустимое поведение, независимо от того даже, оно является ли составом административного правонарушения или уголовного преступления, в принципе, любой сотрудник любого учреждения воспитательного или образовательного, от технички и дворника и до руководителя, обязаны вести себя корректно, абсолютно. Они подают пример своим поведением, и они настраивают вот то самое подрастающее поколение, простите за высокие слова, они настраивают на то, как себя они должны вести. И когда руководитель учреждения позволяет себе такие методы, способы и вообще в принципе поведение и неадекватный разговор, для меня это абсолютно неприемлемо. Я бы с большим удовольствием забрал оттуда своего ребенка или внука, или родственника, потому что я понимаю, что в таком учреждении не должен воспитываться мой родственник там, где вот такое руководство. Это уже не столько мнение юриста, сколько мнение, наверное, отца и просто гражданина. Там должны работать люди, которые любят детей, обожают детей, и все конфликты решают абсолютно законным способом, без применения любого насилия, повышения тона, голоса, употребления любых слов, неважно, это нецензурная лексика или нет. Абсолютно корректные люди должны быть, просто идеальные. Виктор Павлович, есть еще вопрос от моего соведущего. Виктор Павлович, добрый вечер. Пожалуйста. Что сейчас порекомендуете делать всем участникам инцидента? Предприниматель уже написал заявление в полицию, или все-таки это лучше сделать всем участникам события, или не обязательно? Это право, к сожалению, не нужно обязанности, это право любого гражданина. Но я считаю, что поступаться нарушением своих прав не должно никому. Если та самая теория разбитых окон, если один раз попуститься правом, то другому для восстановления прав понадобится в 2, в 3, в 4, в 10 раз больше усилий. Поэтому я бы рекомендовал всем, каждому отдельно написать заявление, потому что у каждого права были нарушены отдельно, не в совокупности группе людей, а каждого. Конституция гарантирует каждому свободу и личную неприкосновенность. И для того, чтобы было достойным наказание, и для того, чтобы расследование было проведено всеобъемлюще, для этого лучше всего, если каждый напишет заявление по применению ограничений, нарушений конституционных прав
в адрес каждого. Ну а тем более Сергею Владимировичу, если нарушили право на осуществление журналистской деятельности, здесь ну, вообще поступаться нельзя никоим образом. Ну, согласен, мы обязательно это сделаем. Вот. Кроме того, что еще по вашей рекомендации, я вот в понедельник обращусь в прокуратуру, я уже об этом говорил, чтобы они оценили вот эту публикацию, да, которая была выкинута в интернет. Ну, это уже тоже показатель как раз того морального уровня, нравственного уровня руководителя, когда он позволяет себе еще и такие вбросы. Есть законные способы. При любом нарушении прав необходимо зафиксировать нарушение прав и обратиться в соответствующие структуры. Нельзя никогда заниматься самоуправством, потому что вот есть у нас определенные органы власти, власти, которые имеют полномочия на ограничение конституционных прав граждан, но им это законом предоставлено. Ни один гражданин не имеет права ни крутить, закрывать кого-то там, ограничивать в выходе, в проходе, в любом ограничении простой гражданин не имеет права. Это только имеют право те лица, которые наделены властными полномочиями. И более того, совершив это все, а еще и пытаясь оправдаться вот этими публикациями не совсем хорошими, я думаю, что это как раз вот показывает уровень, низкий очень уровень нравственности руководителя учреждения. Думаю, что здесь, конечно, лучше всего было бы руководителю администрации решить вопрос, соответствует ли такой гражданин, достоин ли он воспитывать подрастающее поколение, допуская такие безобразные поведения со своей стороны. Виктор Павлович, спасибо, что уделили время и проконсультировали нас в прямом эфире. Ну, на этом позвольте, в общем-то, перейти к следующим новостям. Всего хорошего. Надеюсь, что правовая оценка будет дана надлежащая. Спасибо.